Всем доброе утро. Оксана, скажи здрасте. Марина, говори привет. Она влажная, Марина, наверное. Не надо, не садись, она с утра влажная. Да, дверь-то обсыхает. Ну, дождя не было, но роса какая-то есть. Видите? Да? Надо сказать папе, чтобы убрал под крышу. Мы ждем, когда Катя с Егором оденется и побежим на автобус. Да, девочки? Так, ну-ка повернись ко мне. Уши хорошо закрывай. Ну, печку скоро будем красить. Пока, потому что Ваня дома. Вот такое вот у нас утро. Ладно, идемте на автостановку, потом они догонят нас. Ты носочки делай теплые? Почему? И сейчас тебе долго их искать, да? Ладно, пошли, радуйся, что на улице тепло. Всегда заставляю в резиновые сапожки одевать носочки. Но Оксана у меня одно, что противится, да, Оксана? Против носочков. Ладно, идем на остановку. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя, берегите свое здоровье. Оставайтесь с нами. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас время 11:30. Мы с Ваней вышли на улицу. Майси тут с нами гуляет. Тайсон гуляет. Да? Ваня гуляет? Да, Ваня гуляет. Погода у нас хорошая. И Майся гуляет. Да, наша Майся. Майся, старая кляча. Да. Ваня гуляет. Да. Ну, палочку нашел. Молодец, гуляй. Ой, господи. Сейчас скоро надо будет идти Оксану встречать с автобус. Сегодня Света ее просто пасает, а мы ее тут встретим с Ваней, сходим. Да. Ну, потому что никак не получается мне с Ваней в город ехать. Я не хочу с ним в город ехать. Да, ямка там. Кто копал? Ты копал? Ну, Ваня копал. Ваня, осенняя курточка маленькая становится. Да, Ванька? В Марининых джинсиках бегает с цветочками. Ну, во дворе какая разница. Да, Ванюша? Да. Листочки туда собирать надо. Шишечки, листочки для поделок. Да, собирать надо. Да. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Так, дорогие мои, развесила белье. И мы с Ванюшей идем встречать Оксану, да? Идем Оксану встречать? Да, Ваня аж бегом бежит. Света посадила ее на коне. Опа, вставай, отряхивай коленки. Ой, как смешно, да, упал? Отряхнулся? Все, идем встречать Оксану. Да. Тайсон, доброе утро. Ты как король лев сидишь. Не, я к тебе подходить не буду, я знаю, что ты на меня будешь прыгать. Да. Тайсон наш, да? Ох, он Тайсон. Тайсон, остаешься за охранника. Да. Да. Все, пошли на автобус встречать Оксану. Все, бежим. У нас время уже 3:00. Я сейчас жду Оксану. И мы с ней пойдем на почту. Нам надо получить посылки там. Пришли с Грандстока. И хотела сказать вам огромное спасибо. Нас уже 5000. Сейчас вот получу заказ. И потом сделаю следующий заказ на розыгрыш. Из Василька. Вы напишите, что бы вы хотели. Комплекты постельного белья. Или пледа, покрывала. Или что-нибудь в этом роде. Напишите. Буду ждать, что бы вы хотели, чтобы я заказала на розыгрыш. Ладно. Оксана меня уже догнала. Да, Оксана? И мы идем на почту. Пришли мы с Оксаной с почты. Оксана устала? Да. Оксана несла вот эту коробочку. А я вот это, дорогие друзья, пришел нам Грандсток. И вот такие вот две посылочки. Распаковка будет отдельно, да, Окси? Или, может быть, в этом видео тоже. Там посмотрим. Ссылочки на этот магазин, ребята, и на купончик я вам оставлю в описании. Пройдя по ссылочке в описании, вы сможете получить скидочку, да, Окси? Да. Ладно, отдыхаем и несем до дома.
до туда. Оксинка говорит, устала нести, да, Оксана? Ладно, ждем. Там Егор на автобусе приехал. Всем добрый день, дорогие друзья! Вы на канале многодетной семьи Тарантиных. Сегодня, как вы видели, мы принесли две коробки из магазина Grand Stock. Это у нас пришел интернет-заказ. Очень нравится, там очень много скидок, очень большой выбор как и одежды, так вы можете заказать и украшения, и все, что вам там будет удобно. Для вас хочу предложить промокод со скидкой 10%, который я оставлю в описании под видео. Проходите и воспользуйтесь им, потому что им можно воспользоваться только один раз. Ну, а я начинаю скрывать коробочки, мы посмотрим, что же я там заказала и что же нам пришло. Я в Grand Stock уже не первый раз заказываю. По качеству мне очень нравится, ребята. Качество вот сколько брала. Вот эта вот шторка, что у меня здесь в зале висит, тоже она из Grand Stock. И что же у меня тут пришло? Это у меня пришла подушечка. Подушка декоративная 40 на 40, 280 рублей. Вот такая вот красивая подушечка, новогодняя, красивая, вот с таким рисунком Дед Мороз на Новый год. Очень красивая, мягенькая такая, очень хорошая. Ткань 100% хлопок, наполнитель 100% полиэстер. Вот такая вот подушка красивая. Дальше, ну тут бумажки того, что я заказала, я перечень. Дальше я заказала еще одну такую же тюль, как у меня вот в зале висит. И вот она у меня пришла, вот такая вот она. Шторы для кухни размер 270 на 170, цена 465 рублей. Шторка мне понравилась. После стирки она не растянулась, не уменьшилась. Дырочки все также остались. Но вот шторка хорошая, ребят, поэтому могу рекомендовать. Дальше пришла у меня еще одна. Еще одна декоративная подушечка для деток. Детки меня просили заказать им. Вот такая вот подушечка пришла красивая. Что-то, это ниточки просто какие-то прилипли к ней. Вот такая вот красота у меня пришла. Еще одна подушка. Подушка мягенькая, тоже такого же качества. Тоже 100% хлопок и полиэстер. Вот такие вот подушечки. У меня деткам пришли. Ну, а здесь я заказывала, ребята, еще одеяло. Я уже в Grand Stock как-то брала одеяло. Мне понравились по качеству. И решила я еще раз там заказать. Сейчас распакуем. Запаковывают они очень хорошо. Просто очень. Как вы видите, все запечатано идеально. Или у меня ножик просто такой. Ну, упаковывают они, правда, хорошо все. Так, и смотрим, что уже у нас в этой коробке пришло. Ну, а здесь, ребята, пришло одеяло. Стандарт полиэфирного волокна. Полутораспальный. Размер 140 на 205. Вот в такой вот сумочке. Сумочка очень удобная, прочная. И вот такая вот расцветка одеяла. Одеяло, ребята, это я заказала в этот раз зимнее. Я... Потому что к зиме готовимся. У нас зимы, как вы знаете, холодные. И вот такой вот, вот такая вот расцветочка. Нежная расцветка, такая одеяло получается. Мягенькое, слушайте, большое, хорошее. Простегано хорошо одеяло. Но мне нравится. Вот такое вот красивое одеялко. Потом на койку постелю и вам поближе покажу. Следующее одеяло у меня тоже такое же. Полуторненькое. Стандарт полиэфирное волокно одеяло, да. Полутораспальное. Тоже зимнее. Цена у него 789 рублей. Сейчас это распечатаю и тоже вам покажу. Вот такое вот красивое одеялко. Но оно одинаковое, потому что все одеяло, ну, на ощупь. Очень, ребята, будет приятно под ним спать. И это еще не все. И дальше я заказала еще. Так, все, последнее, да. Последнее, что я здесь заказала, это подушка верблюжья шерсть из микрофибры.
Я ее заказывала специально для Машеньки. Вот такая вот подушка. Тоже мягенькая, хорошая подушка. Я ей такую заказывала, так как она астматик, у нее вот тяжело ее подобрать. Но вот эту вот брала, ей понравилась такая подушка. И ничего, хорошо. Наполнитель верблюжья 6 плюс Fibersoft микрофайбер. Ну, вот подушка качество хорошее. Вот мы ее уже даже такую подушку стирали, и мне по качеству очень нравится. Вот такой вот, ребята, у меня был заказ. Вот такое вот пришло. Еще раз напоминаю, ссылочка на промокод и на интернет-магазин будет в описании. Поэтому проходите, смотрите, заказывайте. Ну и оставайтесь с нами. Ну и всем пока-пока.